Участники Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России открыли в Уфе Центр проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Об этом стало известно на тематической конференции организации. Как сообщила РБК Уфа, председатель регионального отделения Ирина Панькина, эта инициатива – продолжение политики АЮР по антикоррупционной деятельности. Также в нее входит и проведение профильных диктантов, призванных повысить у жителей республики понимание законов. В них уже приняло участие более 2000 человек. Также местное отделение проводит встречи с экспертами в этой области для муниципальных служащих и студентов. Это также приоритетное направление, которое мы стратегируем. Борьба с коррупцией значится в национальном плане. И здесь Ассоциация юристов прописана красной строкой. Очень важное направление, которое мы ведем на протяжении также 2 лет. Кстати говоря, Республика Башкортостан показывает отличные здесь результаты. Поэтому мы сейчас открываем такой вот точечный центр, который также, будем надеяться, будет способствовать повышению правовой грамотности населения. Были подведены и итоги работы местного отделения АЮР за 2 года. Так, его представительства открылись в каждом муниципальном районе республики, а юридические консультации получили порядка 13 тысяч жителей Башкортостана. Вклад организации в предоставление бесплатной юрпомощи отметил и Андрей Назаров. Свидетельством успешного управления нашим региональным отделением является то, что башкортостанское отделение опять является лидирующим, занимает первое место в стране, что очень важно. И сегодняшнее вот заседание – это лишнее тому свидетельство, что вы, люди неравнодушные, профессиональные, хотели бы продолжать развивать в целом Ассоциацию юристов в рамках башкортостанского отделения. Ну и не только, каждый из вас имеет и другие возможности. Также по итогам конференции стало известно, что Ирина Панькина сохранит за собой место председателя республиканского отделения АЮР. Эту должность она занимает с 2021 года. Также она является первым зампредом Комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству.